Рождественский вертеп в центре Киева. Более 30 колядников на Софийской площади радовали праздничным пением жителей и гостей столицы. За полтора часа исполнили множество колядок из разных регионов страны и на различную тематику. Детали у Любови Задорожной. Колядки разных регионов и разных времен украинской истории зазвучали в центре Киева на Софийской площади. Здесь все по давним правилам вертепа. Костюмы, атрибуты и, самое главное, энергия добра. Знаете, теперь есть такое модное слово «аффирмации позитивные». Знаете, теперь есть такое модное слово «аффирмации позитивные». Фактически это они. Когда мы друг другу желаем, причем в нынешнем времени, хозяин сидит во главе стола, ест кутю, у него шуба, в шубе деньги, у него все хорошо. Сообщество «Киевская Коляда» выходит на рождественские пения второй год подряд. Исполняют классические христианские колядки и патриотические казаческие в поддержку защитников Украины, воюющих на Донбассе. На стричках, на зирце написано. И у нас на лентах, на звезде написано: «Просим мы тебя, Иисус, каждый день и каждый час, пусть российский оккупант наконец оставит нас». Потому что это то, что нужно нашей стране. Надпись на украинском языке держит звездарь Сергей. Говорит, он вообще меломан, а колядки имеют особую силу. Рэп и рок. И рэп, и рок, и другие жанры, это конечно, но в другое время. А сейчас очень хороший повод вспомнить, какой это прекрасный праздник, какую он несет энергетику. Знаете, наравне с Пасхой, это два самых больших православных праздника в Украине. Послушать колядников и проникнуться рождественским духом останавливались многие прохожие. Мы выросли на этих колядках. Мы из Хмельницкой области, так что для нас это все очень близкое и знакомое. Когда есть какие-то традиции, традиции семьи, традиции своего народа, это очень приятно и для семьи, и для детей, и для нации в целом. Вскоре колядники собираются выйти на площадь снова, щедровать и водить козу 13 января. Любовь Задорожная, Евгений Савицкий, UATV.